Здравствуй, дорогой друг, и да приветствует клан Альянс Серая Лига, и на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Что-то такое для меня интересненькое, для вас может быть тоже. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое интересное оружие, как парные камы Prime. На них я уже делал видос с модом разлома. Но сейчас у меня появился новый мод разлома. Мало того, что еще появился новый мод разлома, появилась еще новая стойка, которая дается в награду за прохождение миссий в равнинах Эндалона. Не помню, какие, то ли они четвертые, то ли они пятые. Сами посмотрите, но факт в том, что эта стойка мне уже упала аж целых два раза. И переходим к нашему билду на камы и посмотрим, как я там все жестко изменил. А поставил я сюда следующее. Так, сначала поменяем нашу стойку. Забыл, ни разу ее еще не ставил. Не знаю, на что стойка способна, но сейчас будем смотреть. Интрига, интриг. Полярка у нас такая же на Рамон, что очень даже хорошо. По сравнению со змеями, то есть узище богомол стал даже очень хорошо, ничего переполяривать не надо. По билду. Ярость прайм увеличивает нам скорость на 55%, болевая точка увеличивает нам общий урон на 165%, размах увеличивает нам дальность наших атак, это очень хорошо, можно большие толпы просто выкашивать. Наш мод разлома увеличивает нам скорость атаки еще на 43%, и увеличивает общий урон на 137%. Мод просто охрененен, я считаю. Дальше у нас идет довольно-таки интересные вещи. Берсерк увеличивает нам скорость атаки еще на 75%. В том случае, если мы кританем. И этот баф у нас будет висеть 24 секунды. Он будет практически без конца обновляться, я вам клянусь. Крита я здесь не стал делать, шанс крита повышать, потому что 15% для камп вполне достаточно, потому что скорость атаки будет просто бешеная. И дальше идем. Гальванический заряд ядовитой кары увеличивает нам статус и делает нам эффект коррозии. И еще один интересный мод в камах стоит у меня. Называется избыточное состояние. Увеличивает нам урон на 60%. За каждый навешенный статус на противнике. То есть что это означает? В любом случае у нас будет висеть статус коррозии на противнике, и в любом случае у нас будет висеть статус разреза, как минимум два статуса. Не говоря уже о том, что какие-то еще будут другие статусы к ним прилетать. От того же пронзания или удара нет-нет да пройдет. Но тем не менее, даже если у нас будет висеть два статуса, у нас урон у наших парных кам увеличится еще на 120%. Данный мод суммируется до 4 раз, то есть учитывая 4 статуса. Если на противнике висит 4 статуса, то урон от мода увеличивается до 240%. Это просто взрыв мозга. Вот такие вот у меня интересные камы. Вот с таким вот интересным модом разлома. Синергия с модом разлома довольно-таки низкая. 2 из 5. Ну, что есть, что есть. В принципе, камы очень хороши, и это не страшно. Мод действительно очень хороший, тем более он 16 уровня, то есть все, что максимум он мог выжить, он из себя выжил, поверьте. Что касается добычи парных кам, в игре их, к сожалению, уже нет, их убрали, но их можно все еще купить спокойно в торговом чате, примерно от 60-70 платина, я думаю, скорее всего, от 70, потому что до того, как камы выводили из игры, они и так стоили 70-60 платины. И там скорее цена на них будет расти. Ближе к лету, я думаю, они легко порог за 150 платинов, к сожалению, зайдут. Так что если у вас нет парных кам еще, но вам они понравятся, и лучше задумайтесь о их покупке в ближайшее время, потому что цена будет в дальнейшем расти. Так, ну, вроде все рассказал, билд показал. Давайте же затестим, на что наши
малыши способны. Против противников берем по ГОСТу 2 пулеметчика, 2 бомбардировщика. Делаем им сотый уровень и ставим себе бессмертие. Представляем, что мы какой-нибудь Уконг. Запускаем симуляцию. Берем парные камы в наши лапы. И погнали рубить. Сразу видим, что у нас 3 статуса висит, и противник просто расщепился. Они все расщепились. Я не успел статусы посмотреть. Но, по-моему, было 2 статуса точно висело. То есть кто-то, скорее всего, немного прихуел о дамаге. Давайте еще раз. В этот раз помедленнее все сделаю, чтобы посмотреть, сколько у нас висит статусов. Так, 3 статуса висит. Удар, разрез, коррозия. Это у нас дамага. Повышено на сколько? 180%. Охренеть можно. Ну, здесь даже вот так вот, не спеша, вот как бы вот. Вот так вот они справляются с камы с таким билдом. Ну, ладно. Давайте еще раз затестим. Чтобы вам не показалось, что это специально так... подобрано все. Нет. Камы действительно очень сильные, очень с большим радиусом, очень хорошо рубят. Все, готов. Готов. Ну и богомол себя довольно-таки хорошо показывает. Интересная стойка. Здесь она просто так подрезает. Непонятно. Ну, стандартная дамага, я думаю, вполне себе нормально проходит. Так, увеличим нашу планку, возьмем противников не сотого уровня, давайте сделаем до упора. Мой упор на 24 ранге это 150 уровень. Посмотрим, как она у нас справится, наши камы справятся с более серьезным противником. Ну давайте про трусы пошутим. Хентай. Ну и поехали. Так, пулеметчик, 150 уровень. Проблем не доставил. Второй. Проблем тоже не доставил. Ну, эти, по-моему, просто расщепятся на ура. Так, давайте зажмем еще правую кнопку мышки. Ну, тут, да. У парней просто нет шансов. А теперь, в плане еще эксперимента, попробуем зажать правую кнопку мышки. И врубить еще до кучи концентрацию. Давай же посмотрим, что у нас из этого выйдет. Концентрацию и поехали. Ну здесь вообще просто каша. Так, энергия кончилась для концентрации, но... через правую кнопку мышки тоже очень шикарно бьет. Так, попробуем сделать комбо. Ну, с комбо он вообще просто разрезало в мясо вдоль. Ужасное оружие. Ну, вот такие вот камы получились с довольно-таки интересным билдом. Такого билда, по-моему, мало кто видел. Но такой билд очень... хорошо проявляется не только на камах, я его пробовал, я его еще пробовал на Галантине, на войне, давно где его пробовал. То есть, кто данный билд не пробовал, попробуйте, поэкспериментируйте, вдруг вам понравится. Лично мне понравилось, нигде я его не увидел, как-то у меня он сам в голове появился. Ну, никто вам не мешает думать самим, экспериментировать самим. Ну, на этом все, пока.